Начинаем разбирать вот этот вот аккумулятор от гироскутера, который держит вот такое напряжение, 38,68, то есть почти 37 вольт, и он уже слабоват для электросамоката или гироскутера. В общем, теперь что мы будем делать? Разберу его и сделаю батарею на 12 вольт, но прежде чем я это сделаю, я пропущу это через вот такой тестер. То есть купил на Алишке такой тестер, буду по одной батарейке проверять и записывать емкость, чтобы подобрать, посмотреть, насколько они живы. Потому что вот я их уже обклеивал, да, пытался как-то заряжать, и они все равно особо не держат, видимо, потери емкости. Будем разбирать, смотреть и ставить сюда БМС-ку на 12 вольт. А БМС-ки у нас вот такие вот на 12 вольт, соответственно. Сейчас поближе покажу. Выглядит вот таким образом. 3С 60 ампер. Ну, то есть 12 вольт. 12,6, если быть точным. В общем, продолжаем процесс. Так, теперь посмотрим, как выглядит все это дело до разборки. То есть вот тут вот коннектор у нас идет. Справа самый черный, потом синий, серый какой-то провод, потом синий-белый и так далее. С левой стороны красный-желтый. Так. Так, у нас плата подключается. Это BMS-плата для защиты. Тут подключение у нас вот так идет. Соответственно. Так, посмотрим, как у нас тут все запитано. Батарея, короче, собрана так, что вот эта часть отходит, а это у нас вот так вот сделается. То есть сейчас будем все это разъединять и отключать вот это. Так, ну что, промежуточный этап. В общем, вот что осталось от батареи. Процесс разборки идет. Некоторые элементы отходят так хорошо, что остаются практически как новые. То есть будем проверять вот в этом тестере и смотреть емкость. В общем, вот такие запчасти у нас остаются. БМС-ка, провода у нас с коннекторами. И потихонечку отсоединяю, ножницами перерезаю ленты некоторые. И потом просто беру и отрываю руками. Итак, дамы и господа, хотел бы показать, как происходит процесс отделения никелевых лент от аккумулятора. Берем такие пассатижики. И вот таким вот образом отделяем никелевую ленту. И у нас остается вот такая чистая батарейка. Давайте покажу на другой. То же самое. Видите, и остается чистенько все. То есть вот так можно перерабатывать батарейки. Если они хорошие, то в принципе использовать для каких-то своих сборок батарей. Видите? То есть получается в принципе почти идеально. То есть убираем вот этот мусор. И будет топово. В общем, тем временем я практически всю батарею работал. То есть вот из батареи гироскутера сколько у нас осталось батареек. Ну что, друзья, вот он и результат. Разобрал батарею, получилось вот такое. Очень много мусора получилось. Вот такая кучка с бумагой, с клейкой вот этой штукой, жидкими гвоздями. Никелевая лента, вот в таком количестве тоже много. Проводочки разнообразные. И сама БМС с проводами. И вот они, красавицы батареи. В общем, из такой батареи мы ее полностью переработали. И получилась вот такая батарея. Предварительно вот эта синяя штука уже была давно снята и выкинута. То есть, действительно, как Илон Маск тоже говорил, да, вот такие батарейки, они особо не выгодны. То есть, если вот такая батарея будет толщины или даже больше, то, конечно же, вот этого мусора будет гораздо меньше. Теперь задача какая? Буду проверять вольтметром, какие батарейки живые, да, потом проверять тестером на емкость, вот этим вот. Так что продолжаем заниматься. На этом все, друзья, ставьте лайки, подписки, делитесь этим видео и пишите комментарии. Все, пока!